like a body in a river in a car. And the only sound in my head was a dying cricket in a jar. And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. Мне очень понравилась эта песня, поэтому я просто поставлю ее на всякий случай, просто чтобы укрепить свою любовь к ней заново. И сам заткнусь. I was floating above my bed. Like a body in a river in a car. And the only sound in my head was a dying cricket in a jar. And I saw little beams of light into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. Привет, пустое.
Вообще, это довольно секретная трансляция, потому что я нахожусь довольно в романтическом настроении и могу задавать или, может быть, произносить немного странные и откровенные вещи. Например, пустое 04. Мне всегда было интересно, кто ты такой и как записан ВКонтакте. Мне кажется, что я тебя знаю. Знаю очень давно, возможно, ты довольно плотно читал и комментировал мои комиксы. Но я не узнаю твой ник совершенно. Мне сейчас, знаешь, так хочется просто познакомиться со всей своей аудиторией, знать имя каждого, знать всех, кто по какой-то причине уделяет мне внимание. Вы, ребята, все, по-моему, просто волшебные. Я не знаю, может быть, с вами что-то не так. Может быть, не так что-то. Может быть, не так то же самое, что и со мной. Но ваш интерес ко мне, он лишь говорит, что мы на одной волне. В общем, мой вопрос прост. Пустое 04. Колись. Какие еще у тебя никнеймы? Какие еще у тебя имена и фамилии? Это я хотел сказать, во-первых. Во-вторых, я хотел сказать, что мне вновь пришла странная такая штука, которая может навести только в выходные, только в каникулы, только во времена, когда у тебя очень много свободного времени. Я тот, кто читал твои комиксы. О, господи, нет, серьезно. Лежен Пургольд? Мне кажется, у нее был такой же ник, прямо тот, который я назвал. Сейчас я посмотрю список фолловеров. Лежен Пургольд есть. Так, я помню, что молча восхищалась именно она. Но, неужели ты еще один человек, который поступал точно так же, как она? Ну-ка, а комикс? Наверняка твоя фраза отсылает к какому-то комментарию, который я должен срочно вспомнить. И прямо сейчас я лезу в архив комментариев и пытаюсь найти слово молча. Молча. Я чувствую привкус абрикосов. Либо у Лежен Пургольд 2 ника. Вот так я думаю. Причем ты так написал ла или л, загадочно, что ты то-то. Тот или та? Почему все люди такие загадочные? Почему у меня такие модераторы? Почему я не знаю своих модераторов? Я должен больше всех на свете доверять людям, которые носят меч в моем чате, которые охраняют мой покой. Но я, по большему счету, не знаю ничего о них, кроме одного человека. Один из модераторов — это моя жена. Да, тут без вопросов и без удивления. Второе. Второй из модераторов — это Марк Норд, который чувак, который был со мной, ну, буквально с самого начала. Я помню его скорее как у Тони, чем как-нибудь иначе. У него, кстати, есть свой паблик, у него его друзей. Я бы мог показать его, просто скинуть ссылку, потому что почему бы и нет? Мы с этим человеком довольно... Ну, мы не тесно общались, но он мне очень близок. Я не знаю, как назвать это отношение, это ощущение, но вот просто меня очень тронуло то, что он делает мемы по мотивам не только моих комиксов, но и стримов. Это довольно креативный человек, я думаю, у него есть свое будущее, а уже отдельно от отсылок к чужому творчеству. Мне стоит только его найти и найти в списке бесед, и я наконец скину ссылку. Пим-пим.
Сидоров. Александр Сидоров, да, я только что его сдианонил. Хотел он этого или нет, извини, дружище. Извини, но именно так... Именно так и приходит к... Вау, мне кажется, у него новый паблик. Нет. Деконструктив, случайно, не твой паблик? Если твой, то признавайся, если ты вдруг тут, хотя ты, скорее всего, тут не тут. Вот, подвал с ламповым телеком. Я нашел. Кому интересно, вот могут заходить сюда и смотреть, что там происходит. Несмотря на название, несмотря на заголовок, здесь все. Все, в принципе, все завязано на контенте, который люди находят сами. И он не связан с радиолампой. То есть там всякая прикольная музыка, всякие клевые картинки, всякая медийная штука. Короче, там склад вещей, которые могут понравиться вообще всем на свете. Это все, что я могу сказать. Все, что я могу сказать, основываясь на тех сведениях, которые я получал, заходя туда в последний раз. Да, вот сейчас я скроллю, и там, короче, альбомы, музыкальные альбомы. Я могу, кстати, наверное, врубить несколько штук. Вместо Crystal Castles, которые, наверное, все слышали уже, и все, у всех уже уши свернулись в трубочки, и трубочки свернулись в уши. И я вот включу просто самый первый альбом, который был запущен. 8 декабря. Это не самый первый альбом, это самый последний альбом. В общем, Kids These Days Band. Песня, предоставленная лично пабликом мистера Сидорова, который по какой-то причине больше не числится в списке контактов в этом паблике. Ой, это что, пианино? Это пианино, и я совершенно не понимаю мелодии, которая здесь играет. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, пускай деленькает и беленькает. Все мы немного тоты. Я теперь тоже тота. Мы все тоты. Особенно мой телефон, который отказывается полностью показывать чат. Этот придурок, во-первых, нагрелся до температуры 400 тысяч градусов и поджарил, оставил на моем столе поджаренный силуэт самого себя. Кроме этого, прямо как Александр Сидоров оставил поджаренный силуэт самого себя на моем сердце, обожгя его. Особенно в прошлом году, когда он взял у меня небольшое интервью. Ну, в принципе, скорее он задавал вопросы, которые интересовали лично его, но все они были связаны с 3x3 радиолампой и связью двух этих произведений, которые неоспоримо существуют. Я написал ему много вещей, и эти вещи, которые я ему писал, большинство из них я придумывал на ходу. Часть из них были моими планами. Часть из них я придумывал на ходу. И то, что я придумывал на ходу, в конечном итоге стало моими планами. Удивительно, да? Но интервью в конечном итоге помогло мне разобраться с собственным творчеством и создать какие-то планы на него, синтезировать идеи. То есть, когда ты рассказываешь какому-то человеку о том, что ты такое, кто ты такой и в чем замысел твоих действий, на самом деле ты сам модулируешь свои действия и улучшаешь их, и придумываешь. И, короче, беседа на тему своего творчества, она крайне необходима, крайне важна. Нет, выражение «крайне необходимо», кстати. Это тоже очень важно запомнить. Телефон, я тебя ненавижу. Я люблю тебя за то, что мы провели вместе так много времени, и ты, в принципе, выполняешь половину своих обязанностей. Ты показываешь мне превьюху стрима, ты, в принципе, тянешь приложение на Android, приложение Твича на Android. Дети у меня в наушниках.
дети, у вас в наушниках. Берегитесь, берегитесь, обязательно. Обязательно окреститесь чем-нибудь. Вот. Мой телефон правда старается, мой телефон правда пытается, но этот парень работает на четвертом, я обращу внимание ваше и свое, собственно, на четвертом удивительно андроиде, и по-прежнему пытается как-то конкурировать, как-то мимикрировать под то, что в чем теперь живет вся среда смартфонов, весь Android существует. Я уже не знаю, на какой, черт возьми, версии. Возможно, на 8-й, может быть, 10-й, может быть, 2020-й, господи. А этот парень на 4-й версии умудряется еще удовлетворять мои основные потребности в общении, в просмотре видеозаписи, видеороликов и даже фильмов. Удивительно. Обаятельный телефон, я не хочу избавляться от него, даже несмотря на то, что он уже потрескался, его дисплей довольно долго продержался, я должен сказать, в отличие от спины, от спинки, которая разложилась. Спинка просто, ну знаете, она как бы подверглась небольшой коррозии, облупилась из-за того, что находилась во влажной среде. Эту коррозию я заклеил мороженкой. Мороженкой из наклейки, я не помню из чего наклейка, по-моему, виниловая. Из виниловой наклейки, которая держит влагу намного лучше, чем родное покрытие спинки моего телефона. И вот совсем недавно, буквально в этом году, я разбил наконец экран после 4 лет службы. С 2000 какого года, наверное, с 15 года он мне служит. Сейчас 20-й год, 5 лет прошло, 5 лет прослужил экран, и сейчас он разбитый. Сейчас он разбитый, и каждая трещинка на экране этого телефона, она тоже напоминает мне об одном очень важном событии, о моей первой драке, о моей первой борьбе с, знаете, довольно экзотичным существом. Я бы сказал, что, возможно, это была моя первая драка с женщиной, но на самом деле это была моя первая драка с человеческим началом, с человеческими эмоциями, с тем, что представляет себя человек, с тем, что он может из себя выдать. Даже будучи в такой слабой и ранимой оболочке женщины. Человек — это могучее существо. Могучее, сильное и неостановимое существо, которое способно разбить экран вашего телефона, который служил 5 лет. Я никого в этом не виню, но восхищаюсь. Но восхищаюсь тем, что произошло, тем, о чем напоминает мне каждая, как я уже говорил, трещина этого телефона, который перестал ловить вафлю. Теперь он совершенно бесполезен в ведении стримов. Тем временем я, по-моему, хотел сказать вообще о других вещах. Я не хотел говорить о трещинах, я вообще не хотел говорить о телефоне, я хотел говорить о том, что я наконец проникся любовью к видеоиграм. Я вновь ощущаю себя человеком, который не видит ничего, кроме искусства, и не хочет ни с чем взаимодействовать. То есть я работал последние полгода, и у меня не было времени на игры, у меня не было времени и сил, самое главное, на то, чтобы проникаться в игровые миры. Но сейчас, вот буквально вчера мне довелось поиграть в Dishonored 2, за что я благодарю человека с ником Сельскоместный, который теперь находится в Зале Славы. В Зале Славы, если ты тут, Сельскоместный, посмотри, ты занимаешь второе место в Зале Славы. Я очень благодарен тебе. В общем, Dishonored 2, который я так давно мечтал. Почему я мечтал о нем? Вместо того, чтобы играть в него. А потому что мой компьютер не тянул. И, в общем, эти последние полгода я работал усердно. И потратил очень много нервных клеток на то, чтобы заслужить этот Dishonored 2.
на который, по сути, я, несмотря на то, что я получил его в подарок, на самом деле я потратил на него около 60 тысяч на этот Dishonored. Просто закупившись компьютером, который тянул бы его. И на первой же локации, которая проходится, ну, буквально, знаете, за 10-15 минут, можно просто прыгнуть на поезд и пролететь от начала, от середины, я бы даже сказал, до самого конца этой локации, никого не тронув и получив рейтинг человека, который никого не убил. Я застрял там на 2, может быть, и 3 часа. Я исследовал каждый уголок и получил от этого неизмеримое, несопоставимое вообще ни с чем в последние полгода удовольствие. Не сказать, что за последние полгода у меня вообще не было никаких радостей, но вот эта радость, она была не похожа вообще ни на что. Вот я просто ощутил радость от восприятия искусства. Это было схоже с синдромом Стендаля. Я не потерял сознание, но я получил вдохновение. Я получил вдохновение, которое конвертировал, знаете, на что? Просто на небольшое письмецо. Небольшое письмецо в том стиле, которым я будто бы забыл, как писать. Я вдруг стал столько красноречив и проникновенен, и чувственен, что я не знаю, я снова почувствовал себя живым. Просто получив немного свободного времени и сыграв в игру, которая мне понравилась. Вот и все, что мне нужно было для того, чтобы вернуться к жизни. Теперь я чувствую себя так легко, и знаете, есть ощущение, будто будущее, оно сходится клином именно на вот таких вот вещах, типа Dishonored 2. Я хочу жить для того, чтобы видеть, как подобные вещи появляются вновь и вновь, отмечая новые ключевые точки в моей судьбе. Зачем люди вообще занимаются чем-то другим, когда можно вот воспринимать такое? Когда можно читать книги, можно играть в хорошие игры, можно смотреть хорошее кино. Конечно, есть выходные, для всего этого есть выходные и вечера будних дней, но их критически не хватает. Я правда старался и пытался как-то совместить развлечения и работу, но у меня категорически не получалось это сделать. Когда ты приходишь с работы, ты просто чувствуешь усталость в ногах, даже если работа у тебя офисная, сидячая, усталость, кошмарная усталость, кошмарная неудовлетворенность жизнью, либо удовлетворенность жизнью. Но эта удовлетворенность, она исходит лишь из того, что ты совершил работу, ты совершил какую-то продуктивную деятельность, но эта продуктивная деятельность была направлена на выгоду твоего начальника. Не твою собственную, на выгоду твоего начальника. Ты поработал на него, ты потратил кучу сил, ты вроде как чувствуешь себя довольным, но в конечном итоге ты на самом-то деле доволен собой, а не потому что ты сделал что-то хорошее для себя. То, что ты сделал что-то хорошее для того, кто стоит над тобой. Для того, кто платит тебе зарплату. Ну да, ты типа заработал денег. Ну, окей, хорошо. Но бывают дни, когда я зарабатываю деньги наиболее... Работа не волк, а произведение силы на перемещение. Слушай, ты... Подожди, если ты скажешь, что ты не Лежен Пурголь, я не поверю, потому что это так в стиле, это так в стиле того паблика, который ведешь, ну, как я предполагаю, ты же,
А сообщество любителей несмешных шуток или вроде того, по-моему, так называлось. Извини, если я, возможно, знаю слишком много, но это так в стиле этого паблика. Я, кстати, его тоже кину в комментарии прямо сейчас. Прямо сейчас. Как бы его найти? Вот, я вижу страничку. Сообщество дурацких шуток особенно. Да, вот. Если кто-то читает чат, подписывайтесь сюда. Даже если ты не лежен, просто как бы кстати, я вставлю эту ссылку сюда в продолжение твоей шутки. И на чем же я остановился? Теперь невозможно вернуться. Я говорил о работе, я говорил об удовлетворенности работы, да? Порой ты реально выкладываешься полностью для того, чтобы сделать что-то жесткое. Иногда выдается тяжелый день. Реально тяжелый день, когда к тебе приходит очень много людей. Я работаю с людьми, во-первых. Во-вторых, я работаю с документацией, работаю за компьютером. Я выполняю вообще кучу всего. И порой, к концу рабочего дня ты чувствуешь себя как герой. Ты чувствуешь себя так, будто к тебе применима та песня. Та песня «I saved the world today». По-моему, так она называлась. Я ее включу прямо сейчас. В то время как сам отойду. I saved the Так, я помню, на чем прервался, на чем закончилась моя мысль, но сейчас я отойду и продолжу ее, как только вернусь. Поставлю тем временем ту песню, которую я имел в виду только что. Я обещал, что запомню, на чем я остановился, но я нагло соврал. Я нагло соврал и все полностью забыл. На самом деле это неправда. На самом деле все это сказано в рамках комического эффекта, ну такого, знаете, полукомического, как и все фразы, которые я говорю, они на грани иронии проходят. Но прямо сейчас я говорю то, что является... Ну, просто серьезной штукой, просто прямым изложением моих мыслей.
Так вот, порой ты реально выкладываешься ту-ту-ру-ту-ту. Этот парень меня перебивает, но я уверен, на стриме он едва слышен, в отличие от меня. Ну, то есть, по крайней мере, судя по ОБС, я звучу намного громче, чем музыка, которая играет на фоне. Так вот, порой ты выкладываешься на полную в течение рабочего дня. Ты чувствуешь себя героем, когда возвращаешься домой и понимаешь, что ты отработал все деньги, которые присуждаются тебе по окончанию этого дня, которые как бы указаны в твоем трудовом договоре, которые как бы подразумевается, что ты получаешь, на самом деле получая зарплату раз в месяц, два раза в месяц. Ну, типа есть аванс зарплаты. Anyway. Задним умом все равно где-то внутри, глубоко в голове, ты понимаешь, что мог бы заработать эти же деньги с намного меньшей затратой усилий. Можно было просто сидеть, как иной день, когда никого нет. Просто сидеть и скроллить интернеты, какие-нибудь забавные, возможно, паблики, может быть, сайты. И просто залипать в контент. Может быть, что-нибудь даже смотреть на YouTube, если ты достаточно проворен и не стесняешься надеть наушники на свое лицо и немного повоспринимать информацию, которая не предназначена для восприятия в рабочее время. Я надеюсь, никто не смотрит на работе в свободное время порнографию или вроде того. Я думаю, тот, кто работает с компьютером, понимает, о чем я говорю. Ты мог бы заработать эти деньги, просто проскролливая 4chan и смотря, что там обсуждают, типа, какие новые видеоигры вышли, или насколько консоли соснули. Ты все 9 часов своего рабочего дня, включая обед, просто развлекаешься, по сути. А потом получаешь за это ту же самую сумму, которую ты получил бы за полный фарш. За полный аншлаг, который порой происходит на рабочем месте. Ты вспоминаешь это, и тебе как-то становится немного грустно. Ты вроде как спас мир, но в другие дни ты спасаешь мир с наименьшим количеством жертв. И получаешь все те же самые объемы обожания в денежном эквиваленте. Но есть другая сторона монеты. Когда у тебя выдается простой день на работе, когда тебе вообще ничего не нужно делать, когда ты просто скучаешь и, как я уже говорил, скроллишь интернеты, домой ты приходишь все равно такой же уставший, порой даже более уставший, потому что у тебя нет того же самого чувства удовлетворения, чувства спасенного мира, которое ты получаешь, когда у тебя полный отшлаг. Ты приходишь, и у тебя все так же ноют ноги, хотя ты ничего не делал. У тебя все такой же уставший разум, хотя ты ни с кем не разговаривал, хотя ты не заключал никаких договоров, хотя ты не вел никаких переговоров, хотя ты не заполнял никакой документации с бухгалтерией, не работал. Ты просто приходишь пустой и ничего не делал. Но ты пуст. И не хочешь ничего делать. Ты мертв. И, наверное, так даже хуже. Порой ты приходишь на работу и молишься. Молишься богам, в которых веришь, в то, что наконец веришь. Молишься богам, которым веришь, за то, чтобы сегодняшний день был таким же бездельным и глупым и праздным, как тот, который я только что описал. Но в конечном итоге ты только об этом жалеешь. В конечном итоге ты лишь молишься о том, чтобы почувствовать в конце этого дня то же самое удовлетворение, которое ты получаешь, когда день оказывается жестоким к тебе, который требует максимального количества твоих умений, талантов и... Я не знаю, как жить эту жизнь на самом деле.
Какой день? Какой день является моим любимым днем? Тяжелый день? Простой день? Может быть, выходной день? Выходной день определенно нравится мне, определенно является моим любимым, но, например, в субботу после пятницы ты совершенно никаких сил не имеешь. Суббота — это кошмарный день, если ты работаешь 5/2. Это я заметил за последние полгода. Ты сидишь, а не в состоянии ничего сделать. Тебе нужно приготовить себе поесть, и ты такой: нет, я устал, я не хочу готовить, я не хочу убираться, я ничего не хочу. И только к вечеру ты раскочегариваешься и начинаешь что-то делать. И воскресенье, потом наступает воскресенье, самый волшебный день, который действительно соответствует своему названию. Он воскрешает тебя, ты полон сил после субботы, в течение которой ты вроде как действительно отдохнул, ты занимался делами, которые нравятся только тебе, хотя в принципе не сделал ничего продуктивного. Ты воссиял и готов убираться, готов готовить, готов делать вещи, которые в конце концов придется делать снова и снова, которые не останутся в истории, но которые необходимо сделать. Ты снова работаешь какую-то работу, но делаешь ее уже на себя. Выходные — это такая штука, да. Работа, которую ты делаешь сам на себя, она приносит удовлетворение, и, возможно, ты даже отдыхаешь, исполняя ее. Отдыхаешь, пропылесошивая полы, возможно, прожаривая картошечку на сковородке или варяя супчик. Ты работаешь, ты все еще работаешь, но ты получаешь от этого огромное наслаждение. И это будто праздник для тебя. И ты можешь сфотографировать каждый фрагмент этого процесса, сохранить его себе где-нибудь. Через полгода посмотреть на эти фотографии. Они будут приносить радость, в отличие от фотографий с работы. Вот такая вот работа. И такой же работы, я считаю, рисование. Я считаю, написание комиксов. Я считаю, ведение стримов. Это вроде той же работы, которую я выполняю. Выполняю с тем же чаянием, с той же затратой усилий, что и на самой работе, но от этого я получаю удовольствие, несравнимое вообще ни с чем. Это называется самореализация. Это называется то, что приносит настоящее удовлетворение от жизни. Самореализация. Вот в чем я нахожу себя. Вот в чем я действительно нахожу себя. Я не люблю вообще позиционировать себя как что-то вроде художника или человека, который занимается творчеством. Для меня это все противно, но в конечном итоге я именно такой и есть. Я чувствую себя живым, я чувствую себя самореализованным только когда рисую, пою, говорю, рассказываю что-нибудь, пытаюсь как-то развлечь вас. Я по-прежнему не понимаю, почему я ощущаю вкус абрикосов, хотя я не ел абрикосов уже более 3 месяцев, возможно, даже больше, с самого лета. Что значит вкус абрикосов? Возможно, абрикосы означают искренность, которой я сейчас полностью. Это как фруктовое дыхание. Я думаю, некоторые из вас знают, что значит фруктовое дыхание. Фруктовое дыхание обязательно значит некоторую болезнь, которая называется диабет. Если у тебя в крови повышенное количество сахара, ты ощущаешь именно этот симптом. И твой доктор, твой лечащий врач, он тоже ощущает его и выписывает тебе огромное количество инсулина, которое ты получаешь прямо в лицо во время приема. Когда я был в последний раз у доктора, господи, мне следует действительно сходить к доктору, в частности к гастроэнтерологу, потому что я предполагаю, я
подозреваю у самого себя язвы желудка, потому что, по-моему, я уже говорил некоторое время назад на одном из вот таких вот подобных событий, что я вешу 55 килограмм при росте около 180 сантиметров. Это стало актуальной проблемой тоже в последние полгода, которые я работаю, и в течение которых я пропускаю обед. Ну, просто потому, что я после обеда чувствую себя, знаете, таким еще более уставшим. Я не получаю никаких сил, я не получаю никакой энергии, я просто думаю такой, блин, нафиг эту работу, я поел, я хочу просто полежать, отдохнуть, может быть, посидеть на кресле. Наверное, именно поэтому обеденный перерыв длится именно час, именно целый час, в течение которого ты должен сидеть и ничего не делать. Просто расслабляться и ждать, пока усталость наконец отойдет, и снова станешь дееспособным. В общем, я решил для себя, что я просто проигнорирую обеденный перерыв, и я буду работать все 9 часов напролет. И меня это устраивает, меня устраивает состояние, которое я получаю в результате. Я не испытываю просадок энергии, но, как показал год, я испытываю просадок веса. И, в общем, многие думают, что у меня действительно какие-то проблемы из-за этого начинаются. Хотя мне нравится, как я выгляжу. Я выгляжу очень клево на самом деле. Я никогда так себе не нравился. Когда я смотрю в зеркало, я вижу красивый человек. Хотя в каком-то роде я на самом деле выгляжу страшно. То есть, знаете, как Хоакин Феникс в последнем своем фильме, где он играл Джокера. Я немного на него похож. Хотя лопатки у меня не такие страшные. Мне прямо скажем, я не настолько повредил самого себя, чтобы сравнивать с Хоакином Фениксом, потому что я продолжаю плотно завтракать и немножко ужинать. Я рассказываю вещи, которые наверняка никому сейчас не интересны. А интересные вещи были бы, знаете, какие? Я хотел, кроме прочего, сейчас выключить эту заглушку, которая поздравляет всех с Новым годом, с новым 2020 годом, с новым десятилетием. Здесь должно было быть написано, но я не нашел гифки с новым десятилетием, так что до свидания. Вот было бы клево, на самом деле, найти какую-нибудь ироничную, постироничную, метаироничную штуковину, знаете, ублюдочную картинку с мышкой, плюшевой мышкой, сделанной в Китае, типа, знаешь, плюшевая мышка Small, то есть 20 сантиметров, 13 рублей, и ты ставишь ее прямо фотографию из какого-нибудь дешевого магазина, возможно, Алиэкспресса, и пишешь поверх «Снова 2020 годом». При этом саму мышку ты растягиваешь не по формату. Она сама формата, знаете, 3x4, а ты растягиваешь ее на 16x9, и она такая... И все. И все. И ты такой постироничный, метаамфетамичный, и все такие приходят «Ха-ха-ха, этот парень знает толк в комедии». Я, знаете что, я тоже знаю толк в комедии, и именно поэтому я сейчас зайду на сайт, который называется буква Т, а потом буква W, и я посмотрю, чем занимаются в эти январские выходные другие люди, которые разделяют со мной профессиональную деятельность, которая на самом деле не профессиональная, а типа, знаете, хобби-фессиональная деятельность. В общем, я посмотрю, как девчонки привлекают к себе внимание, воображая, будто Twitch это то же самое, что Chaturbate. Root играет сейчас, я выключаю его, и я выключаю вообще гифку, которая играет сейчас. И Новый год как бы не кончается, Новый год продолжается. Ой, появилась собачка, удивительно. Не нужна она здесь. К сожалению, мы обойдемся без нее. Я запускаю браузер. Браузер не захватывается. Мне нужен захват всего экрана. По какой-то причине в Новый год я удалил захват экрана. Вот он. Вот, это он, правда? Да. Но с ним какие-то проблемы, с ним какие-то странные вещи. Захват экрана вроде как работает. Но у меня захватывается только OBS.
Я думаю, проблема в том, что у меня все откадрировано. Сбросить трансформацию. Так, все. Захожу сюда и смотрю на... Угу. Каким контентом мне самому следует завлекать людей? Бицепсами? У меня есть бицепсы. Я бы показал. Они больше, чем у нее на самом деле. И они выглядят даже неплохо. Особенно после того, как я отказался от обеденного перерыва. Но у меня нет веб-камеры. А это значит, что мне нужно поступить как она и поставить донат гол на новые колготки и веб-камеру, на которую я мог бы показывать свои бицепс. Как вам такая идея? Сколько новая веб-камера стоит? По-моему, около 7, а может быть даже и 9 тысяч. Я бы сидел вот так и кушал воздушный шарик. На полном серьезе, просто, знаешь, с кирпичным лицом такой. Я, ребята, делаю контент, и я еще говорю kiss me. Да, и попрыгиваю на трассе, типа, знаешь. Это немного заводит мужчин, правда? Я надеюсь, я тоже буду заводить мужчин. Не знаю, слышно ли на моей трансляции ее слова. Я сделаю, наверное, погромче. Наверное, трансляцию сделаю вообще такой же громкости, как самого себя. То есть, если сейчас у моего микрофона минус 0,9 дБ, я сделаю трансляцию минус 1,4. И все примерно в равных пропорциях. Поверите ли вы, если я скажу, что я выгляжу точно так же? И трогаю шарик, воздушный шарик, воображая, будто это что? Что она вообще пытается передать своими эмоциями, своими позами? Господи, женщина, может ты расскажешь что-нибудь? Расскажешь какие-нибудь вещи, которые иностранцев, турков... Нет, она ничего не расскажет. У нее в голове нет вообще ничего, кроме желания показать наиболее уникальные и соблазнительные позы, которые только возможно придумать. О, она еще и по-английски умеет читать. Удивительно. И что, это ей помогает? Ну-ка. One second, okay. Я пытался читать по-английски, когда с какой-то нейросетью общался, с какой-то AI Dungeon. Я пытался играть в нее, и да, в принципе, я тоже пользовался такими же навыками, но... Мне они не принесли 89 человек аудитории. Я тоже не знаю. Давай посмотрим что-нибудь еще. Вот эта девушка, она мне чем-то понравилась. Наверное, тем, что я на самом деле испытываю те же самые эмоции, что испытывает она, сидя вот здесь. Она говорит, что полгода чем-то занимается, и все, она вырубила. Короче, она жаловалась, что полгода чем-то занималась, никакого выхлопа не получила. Ну, неудивительно, потому что посмотрите на продолжительности ее записи. 0.30, 0.10, 0. Просто 0. Короче, она упомянула какой-то конкурс. Какой-то охренительный конкурс людей, которые ведут трансляции. Я вдруг подумал, что было бы, наверное, не самой дурной идеей поучаствовать в нем. Потому что в отличие от этих женщин, которые просто имеют веб-камеры и смотрят на них и... говорят вещи, типа, довольно приземленные, я бы мог составить им конкуренцию, пусть и без веб-камеры, но с довольно неплохо функционирующим вокабулярным аппаратом. Anyway, она закончила свою трансляцию, я не могу продемонстрировать то, чем она являлась. Значит, я ищу новых подсудимых, например, вот эту я уже видел, она полная мразь. Если честно, так произошло, что он стал отбитым? Отбитым прямо как ты, госпожа тварь.
Нет, ну он даже не брат за брата, а просто... Брат. Я сейчас зайду. Ну, хотели. Ну, то есть, точнее, 41 зритель, и это максимум, который она заслуживает. Я считаю, что никто вообще не должен смотреть такую тварь, которая еще притворяется, что она умеет пользоваться фотошопом. Хотя она не может даже отключить пиксельную сетку и гамут протекшн. Разговаривает с ними по телефону. Но с другой стороны, ее контент очень похож на мой, потому что когда я заходил к ней, она рассказывала, она заткнись, вот. И, возможно, она про себя сейчас рассказывает, упоминая швали. Но она очень похожа на меня по какой-то причине, и, наверное, из-за этого я ее ненавижу. Она беспрерывно что-то рассказывает, постоянно говорит какие-то жизненные ситуации, рассказывает о своих впечатлениях, о своем видении окружающего мира. Но делает она с таким видом, с таким кошмарным видом, будто она умнее всех на свете. И просто смотрите на нее сейчас. Я не должна знать, я принцесса, вы идиот, вы знаете свои идиотские понятия, я знаю свои умные понятия. Давай лучше Silly Cake TV посмотрим. У нее шляпная девочка на превьюхе, поэтому я думаю, что, может быть, она хороший человек, и она поздравляет с Новым годом, и у нее всего лишь 12 зрителей, и давай. Она просто ушла. Она просто ушла нахрен со своей трансляции. Но у нее есть вебка, и это уже делает ее лучше меня. Я сказал, что это она. Мне подарите якудзу! Мне! Я обожаю якудзу! Господи, это лучшая серия видеоигр, которая была придумана японцами. Resident Evil рядом. Нет, Resident Evil тоже клево, но. Якудзу, господи! Что может быть лучше, пожалуйста, кто-нибудь? Просто оставьте мне якудзу 2 кивами. Я невероятно люблю эту серию игр на самом деле. Я уже говорил, что Dishonored 2 привела меня в восторг, но. Якудза? Кому-то просто взяли и подарили эту штуку. Когда он вернется, у него усы. У меня такого никогда не будет. Я никогда не сравнюсь с этим человеком, который прямо сейчас, похоже, судя по своим усам, рисует сам себя. Хотя это больше похоже на парня из деревни дураков, но тем не менее. Может быть, он и есть парень из деревни дураков, который... рисует сам себя и делает автопортреты. Я, кстати, сегодня занялся немного похожей деятельностью. Я тоже попытался сделать автопортрет, и я даже покажу его сейчас. Вот здесь. Вот этот человек прямо сейчас говорит в микрофон, и эта картинка однажды окажется в Метакватуре, и кто-нибудь ее увидит, и я думаю, она получит, ну, лайков 5, в отличие от самых популярных моих работ, например... А те, которые получали 2022 лайка, наверное. Просто, мне кажется, мне не идут очки. Вот если я сниму очки, как насчет этого? Вот без очков я кажусь лучше, на самом деле. На этой картинке. Не знаю, может быть, не лучше, потому что у меня кусок лица отсутствует после этого. Его нужно дорабатывать. Мне нравится эта картинка, она хорошая. Я надеюсь, другие люди тоже посчитают, что она хорошая. Я надеюсь... Я надеюсь, они после этого решат, что я не только человек, который рисует, но и человек, который умеет говорить. И говорить, причем в таком ужасном темпе, что его микрофон сам произносит реплики. Сам произносит реплики, которые направлены на то, чтобы он, наконец, этот придурок, заткнулся. Когда ты, наконец, заткнешься? И здесь должна быть... Костян Пипега. Нет, здесь должна быть палочка. Здесь должна вроде быть... Я похож. Кто похож? Я похож на себя. Здесь а правильно. А тут звездочка какая-то на этой фуражке. Фуражка твоя мать. Так вот. Русский труд. Я возвращаю эту херню, которая играет. Очки. Я. Вот слой я. Здесь я должен сделать черточку. Я никогда не понимал, по какому принципу рисуются классические комиксы, где есть типа облачка с репликами. И люди, которые говорят эти реплики, у меня, как вы знаете, больше на Homestuck похожи комиксы, они составлены скорее как книжки. Так вот,
если я сделаю просто вот такую черточку. Еще раз, мне не нравится. Вот такое. Вот такое. Когда ты наконец заткнешься? Будет понятно, что эту реплику говорит микрофон или нет? Или мне может стоить сделать реальное облачко? Облачко. Кстати, в Dishonored 2 были просто замечательные облачки и облачка. Я покажу, как они были нарисованы. И, если честно, я был в восторге. Вот они, просто... Меня поразила простота нарисования этих облаков. Кто-то просто взял круглую кисточку, нажал раз, два, три, и на разных слоях я, наверное, издал, наверное, забавный звук. Будем считать, что он был забавным в большей мере, чем дурацким. Так вот, он просто круглой кистью наштамповал серые круги. И, о, господи, да, он никогда не был таким красивым на самом деле. На самом деле, когда смотришь на данного под градусом, ну, скажем, просто сверху вниз, с основного какого-нибудь места сюжетного, под градусом 180, ты видишь совершенно другие облака. Но когда ты смотришь в горизонт, видишь все эти домики, которые расположены вон там. О, господи, как же мне это напоминает Fable 3. Извиняюсь. Каждый раз, когда я упоминаю Fable 3, одну из своих любимых игр, которые ненавидит все человечество, я смущаюсь официально и не без причины. Так вот, на фоне этого города, на фоне этого хмурого Данвола, эти простецкие, эти незатейливые круглые облачка, они вызывают такое умиление. Мне нравится полностью весь арт-стайл Dishonored 2. И вот эти камешки, которые возникают, когда ты приходишь к чужому в первый раз. И киты, и расчленены, даже несмотря на то, что они расчленены, в принципе, окровавленные, они... Господи, какие они симпатичные. И все то же самое, все точно так же симпатично было в Prey. Я не могу дождаться, когда Arkane наконец выпустит еще какую-нибудь игру. На чем они вообще работают? Мне было бы интересно сейчас узнать. Кстати, напоминаю за Dishonored. Спасибо сельскоместному. Человек подарил мне игру. Просто потому что я попросил. Я никогда не чувствовал себя так умиленно. За последние, опять же, полгода. Как сейчас. Сельскоместный, кстати, он и сам владеет этой Dishonored, и он понимает всю прелесть того, о чем я просил. Он разделяет мое мнение. Короче, я, наверное, сейчас отойду и постараюсь запомнить то, о чем я говорил. Какую-то нить, которую я вел, а ведь я вел какую-то нить. И мне сейчас сложно определиться, какую нить я вел. Думаю, когда я вернусь, я наконец определюсь с нитью, которую нужно взять снова на вооружение. Пока мы сделаем музыку погромче. Just
Я даже не выключил микрофон после того, как уйти. Вот это дезопрометчивость, вот это глупость, вот это кошмарность. Не стоило так делать, я ведь мог издать какие-нибудь странные звуки, я ведь мог упасть, например, и громко выругаться. Все бы сделали из этого клипа такой ха-ха, человек упал и громко выругался. Он такой неуклюжий, такой глупый, такой силикейк. Это человек с усами. Я, кстати, его видел уже, он раньше стримил. Знаете что? Корги 7. Overwatch. Я вспомнил его внезапно, просто случайно, абсолютно случайно вспомнил. Мне он понравился именно своими усами. Своими усами он привлек меня. И в Overwatch он больше всего любил играть за чувака, который играет, который гоняет с двумя пистолетами. Как же его звали? Короче, такой хмурый парень, который стреляет из двух пушек одновременно, как говорится. По-македонски он знает жизнь и ненавидит ее полностью и сносит свой черный капюшон. Видел я этого человека буквально полтора года назад. Полтора года назад случайно я встретил его на одном из стримов, и сейчас я вижу, что у него всего лишь 15 подписчиков, 15 зрителей. 15 зрителей спустя полтора года, и почему-то с таким количеством аудитории он продолжает заниматься тем, чем занимается. Что меня удивляет? Меня удивляет его упорство, его преданность делу. Он просто... Почему он делает это? Почему? Неужели он так же, как я, просто после работы приходит и такой... Или это его основной вид деятельности? Неужели он существует вот так вот за счет того, что стримит девочку в шляпе? Я тоже хочу девочку в шляпе пройти на стриме, это было бы клево. У меня есть целый список идей, которые я должен осуществить именно здесь, на трансляции, именно вот тут. Показать вам игры, которые вы наверняка не видели. И которые я обожаю, просто они с детства у меня идут. Во-первых, это Saboteur. Это игры, которые не понимали мои... Это игры, которые не понимали мои друзья. Я им постоянно говорил: чел, просто поиграл в Saboteur, это такая клевая хрень. Ты ничего подобного прежде не видел. И они не слушали меня, они все играли в свои Доты и League of Legends. А в конечном итоге подобным Saboteur у игр вышло просто миллионы. Но она была одна из первых песочниц, которая заключалась во взрыве вышек. Но у нее был такой замечательный антураж, такой черно-белый, фашистско-нацистский, 1940 год. И красный цвет, и красный, все черно-белое, и красный цвет только проникает сквозь черно-белые вещи, и ты такой... Ирландец, харизматичный ирландец, который освобождает Францию от гнета Нидерландов. Нидерландов. Которые организовали Третий Райх. Я шучу, конечно же, Нидерландов, которые были немецким союзом. Немецким союзом, который атаковал Польшу, а затем изнасиловал всю остальную Европу. Просто был невероятно зверским на протяжении 5 лет. Разворачивая Вторую мировую войну и привлекая Испанию, Италию и Японию, и Китай, КНДР, и создавая людей, которые впоследствии назвали себя кей-поп и терроризировали человечество до наших дней. Я, кстати, получил подарочек, я получил баклажаны. Баклажаны, 80-50 баклажанов, у меня теперь есть 80 штук, я могу потратить их на то, чтобы отрастить немножко усов этому парню, которого я безмерно люблю, я правда обожаю этого человека, я, наверное, просто нажму отслеживать, я не могу, я надеюсь, он скажет спасибо мне за отслеживание, давай послушаем. На север. Щепотка, спасибо за фоллоу. Ну же, братик. Шайба снюс. Показать. Да в смысле? Да нельзя это пройти, алё. Я иду на север.
Чего я получаю шайбу с Ньюса? А какого именно с Ньюса? Привет. Щепотка, привет, привет, дружище. Как же тебя звали? Силикейк ТВ, да. Привет, мой любимый, я обожаю тебя. Заходи ко мне, пожалуйста, иначе... Я, кстати, помню, когда текстовые квесты были очень популярны. Я, кстати, когда-то давно делал квест на Дельфи. Да? Текстовый квест на Дельфи. Чувак еще и игры разрабатывал. Прикиньте, какой он клевый. Какой он отличный. Я его делал по учебнику. Типа, у меня была книга написана, было программирование на Дельфи. Да? Я сделал... Я читал только книгу C-Sharp Player's Guide. Ну, там ни про какие игры не разговаривалось, и про плееров вообще не было, ничего. Там просто рассказывали про Sharp. Фантазии было ноль. Фантазии, да. Дизайнер уровня говно. Ну, таким и остался. Ну ладно, чувак, я тебя люблю. Главное, что у тебя все равно... У тебя выросли усы. Тебе вообще можно ничего не делать больше. Тут можно получить ачивку, и дальше, думаю, ты справишься. Да блин, не знаю, он похож на меня. Он просто застревает на каком-то моменте и 3 часа рассуждает о чем-то и больше ничего не делает. А потом он начинает молча пиликать. Наверное. Люди так не играют в игры, люди играют в игры более равномерно. Я уже говорил об этом. Интересно, кто он по знаку зодиак? Тут же вот делает. Я не помню за это ачивки. По знаку зодиака он Марио. А нет, он бык. Привет, я бык. Ха. Ему 27 лет, чувак просто полностью состоялся, он уже никак не изменится. Он есть тем, он есть тот, кто, кем он останется до конца жизни. 27 лет, люди уже просто такие. Играет Супер Марио 2, живет в Чехии. Он вообще не парится ни о чем, парень не парится. Фулл-тайм стрим. Он фулл-тайм. Это его работа, и при этом у него 15 зрителей. Ты прикинь. Может быть, это особенность Нового года такая, я не знаю. Может быть, проседает каждое 2 января количество зрителей у фулл-тайм стримеров до 15. Не знаю, как так получается. Как получилось так, что он фулл-тайм стример? Как он может в понедельник, вторник, четверг, пятницу... Днем и ночью просто играть своего Марио, ублюдочного Марио. Потом, когда начинается это Новый год, он играет в шляпу. Потом, когда начинается Рождество, он играет в портал. Потом, когда начинается 23 февраля, он играет в Mount Your Body. Потом, 8 марта, он играет в Барби Rape Me Please. Потом в 9 мая он играет в World of Tanks. Потом 4 июля он играет в Battlefield 3. Чё за хер? Как? Группа ВК у него есть? Группа ВК? Он есть ВКонтакте. Я хочу просто посмотреть. Бык. Это не знак зодиака, но при этом он телец. Кошмар. Я не очень люблю тельцов, правда, по какой-то причине. По какой-то причине. Хотя я не особо верю в зодиак и в гороскопы, но... Блин, и вообще... Я из этого использовал. Не ругайся. Все, тихо. Все будет пососать. Угомонись, дружище. Я пытаюсь сказать одну важную вещь. Я пытаюсь одну важную вещь сказать. Ты, чувак, телец, но 20 мая — это пограничное с близнецами время. А против близнецов я вообще ничего не имею в виду. Во-первых, у меня мать-близнец. Во-вторых, у меня хорошая подруга-близнец, которая почему-то продолжает мне писать, хотя я ее игнорирую. Странный человек, но при этом очень деятельный. Вообще все близнецы очень деятельные. За что бы они ни взялись, они... обязательно будут доводить это до конца. Чуваки просто охренительные ремесленники. Все эти близнецы, как и овны, например. Просто не знаю. Они могут интересоваться всем. То есть садоводчеством, огородчеством, программированием, охренированием. И все это у них получается. По какой-то причине они выполняют какие-то реальные вещи. И вот чувак говорил прям на стриме, говорил, что он пытался... делать игры на Дельфи. Я уверен, что Дельфи он реально освоил, но ему просто не хватило фантазии на то, чтобы сделать какой-то клевый квест. Я надеюсь, у меня хватило фантазии на то, чтобы включить микрофон. Да, у меня хватило. Неплохо. Я сломал себе руку, кстати, только что. Только что сломал себе руку, пытаясь ее размять немножко, чтобы
а она была более флексибельной и гибкой, и я мог бы жестикулировать и тем самым помогать себе, самому себе говорить о чем-то, например, закрыть глаза и начать жестикулировать. Если так сделать, твои мысли, они идут каким-то более плавным образом, как речка, горная речка вдоль скал. Я сейчас вспоминаю прошлую свою трансляцию, в которой я шел вдоль ручейка горного в GTA 5, и в итоге обнаружил, что ручеек идет из ниоткуда. Мне бы, наверное, следовало подумать, что он идет из недр гор, не из недр гор, из недр земли. Возможно, это родниковая вода, но нет, это вообще не выглядело так. Хотя в Одиссее, Assassin's Creed Odyssey, где действительно хорошо проработана природа, я тоже исследовал как-то год назад один ручеек, ровно год назад. На самом деле, это было тоже в Новый год, уже в новый 2019 год. Я играл в Одиссею на своем стареньком компьютере, и он, на удивление, ее тянул на 40 FPS, но тем не менее я получал удовольствие. Я получал удовольствие от того, что исследовал ручейки. В общем, там я тоже проследовал от конца. Нет, я не видел конца ручейка, я просто от середины ручейка проследовал до самого конца. И там он действительно выглядел как что-то, что истекает из недр гор. Природа там очень красивая, очень привлекательная. Вообще, Ubisoft я обожаю. Я ненавидел этих людей, этих паршивых французов, когда они делали Assassin's Creed 5 про своих британцев. Я думал, что они сделают клевый Туманный Альбион. Туманный Альбион вышел отвратительным. Дарвин вышел просто одиозным. Персонажи были кошмарными, оптимизация была ужасная, игра была серой. В Assassin's Creed во Франции, в Китае, не знаю, в России все это было отвратительно. И вот последние две игры, которые действительно меня задели от Ubisoft, это Far Cry 5 и Assassin's Creed Odyssey. Odyssey, которая, кстати, на самом деле не должна была носить никакого названия, типа префикса Assassin's Creed, просто Odyssey. Назовите ее Odyssey, и все, это будет идеальная игра, от которой никто не отвернется, потому что от Assassin's Creed там не было ничего, никаких абстерго, никаких чуваков из будущего, которые пытаются творить зло. Просто древняя Греция и огромное количество контента внутри нее. Немыслимое количество островов, полная свобода действий, корабль, собственная команда, идеальный геймплей, превосходная природа, мир, которым хочется жить. Ubisoft просто боги сотворения игровых миров. А Far Cry 5, ну она просто была, ну, очень, очень удачной. И ей повезло примерно так же, как Far Cry 3. Например, она выстрелила своей нон-конформистской идеей. В Far Cry 4 такого не было. Между тем выходила, по-моему, еще Blood Dragon просто была пародийной, так что окей, там все понятно, но пародия. Пускай они пародируют. Ну, пародия была неплохая. Тут вообще нечего обсуждать, это было как бы и не Far Cry даже. В общем, чуваки выступили против... Они насмехнулись над религией, во-первых, во-вторых, выбрали очень удачный антураж. По-моему, это была Западная Америка, то есть штат Монтана. Я не знаю, правда, где он находится. Давайте прямо сейчас посмотрим. По-моему, это была Монтана. Я плохо помню. Монтана, на мой взгляд, находится на Западе. Это был... Так, Монтана... Этот Запад был более диким, чем тот Запад, который оказался в Red Dead Redemption 2, который на самом деле вообще не был Западом. То есть это был Дикий Восток, по сути, и меня это разочаровало, потому что я заплатил за Red Dead Redemption 2 почти 2000 рублей. Некоторые из них, конечно, были получены просто с подачки Steam, поэтому на самом деле я заплатил меньшее количество.
Но тем не менее, Дикий Восток. Почему сразу мне не сказали, что в Red Dead Redemption 2 будет Дикий Восток и дикая оптимизация? Никто этого не сказал. В конечном итоге я сейчас трогаю свой микрофон, и вы наверняка это слышите. Я потрогаю его еще раз, потому что это приятно. И приятно, кстати, я, наверное, сниму с него шапку. Потерпи, дружище. Сниму с него шапку и посмотрю, как будет без шапки. Возможно, без шапки звучание будет отличное. Возможно, оно будет лучше. Возможно, оно будет уникальнее и чище. Самое главное, чище и внятнее. Монтана, да, я влюбился на самом деле в этот штат, в то, что там происходит, в то, какой геймплей сделали Ubisoft, в то, какую они сделали природу, просто люди заигрались в Бога и сделали мир, который на самом деле воспринимается куда приятнее, чем реальный. Также было с CD Projekt Red, которые делали Ведьмака, просто ходил по лесам. Я просто зажимал там Caps Lock или Control, наверное, то, что отвечало за скорость ходьбы. И выбирал самую минимальную скорость ходьбы и гулял. И гулял по открытому миру. И то же самое я делал в Far Cry 5, то же самое я делал в Греции, в Одиссее. И эта природа, которая меня очаровала, она не идет ни в какое сравнение. Нет, она... Она идет в очень тесное сравнение с реальной природой. С реальной природой, которая столь же великолепна, столь же очаровательна, столь же непредсказуема, столь же очаровательна в своих странных рельефах. Я не знаю, как люди просто постигли это, а потом воплотили в... Видеоигры, подумай только, одно дело нарисовать на картине природу, другое дело воплотить ее в видеоигре, просто создать целый мир заново, заменить Бога, просто выкинуть его на обочину мироздания и сделать самим дичайше охренительную Монтану. Уникальной травой, с травой, в которую хочется просто окунуться и лежать в ней, со скалами, по которым хочется лазить, с домиками, крошечными домиками, в которых хочется жить, с пещерами, в которых хочется обитать, и из которых хочется выкуривать медведи, что, кстати, получается, благодаря динамиту, очень комично. Я бы, наверное, даже показал это. Благо сейчас я могу это действительно показать. Возможно, однажды я просто скачаю Far Cry 5 и запущу его в трансляцию, потому что теперь у меня позволяет техника сделать именно это. Вообще, было бы очень странно и обидно, если бы сейчас я говорил про Монтану, а на самом деле в пятом Far Cry был какой-то другой штат. Я просто проверю. Надеюсь, никто не видел предложений оперы. Посетить Pornhub. Потому что на каждый второй запрос он пытается мне предложить именно этот сайт. Я не знаю почему. Не знаю. Я правда не знаю. Может быть это троллинг, а может быть я кумир. Нет, конечно. У меня вылетел Twitch на мобильном телефоне. Какая разница? Однопользовательский, многопользовательский. Dune Engine 2. Ой, ребят, я проскочу прямо сейчас скачать эту штуку, эту очаровательную штуку, где полностью уничтожена вся тема религии, где существует уникальный искусственный интеллект, который дает тебе просто невероятный опыт прохождения, где существует природа, которую влюбляешься, в которую хочешь жить. Я надеюсь, FPS будет достойным. Так вот, сюжет. Действие игры разворачивается в вымышленном округе в Хоупс, штат Монтана. Штат я назвал абсолютно правильно. Я человек, который знает штаты Америки, любит их и ценит
штат Монтана, во-первых, и во-вторых, штат, в котором происходит действие Нью-Вегас. Это, наверное, штат Нью-Вегас. Короче, я не знаю. Не знаю, короче, мне нравится Запад Соединенных Штатов, и именно поэтому, как я уже упоминал, я в ярости от того, что в RDR 2 нет никакого Запада на самом деле, там только Вест-Вирджиния, Маунтин Мама. Это кошмар, там все зеленое. Я могу прям, наверное, сейчас запустить, и вы посмотрите, что за кошмар там происходит. Вот серьезно. Игра про Дикий Запад, где нет никакого Дикого Запада. Может быть, это клевый лайфсим, но как RDR я бы, наверное, предпочел, наверное, переиздание первой RDR, чем вот это вот. Выключу PS4... PlayStation 6, Photoshop 6. Кстати, у меня клевый скриншот есть из RDR. Стреляйте в медведя. Я отказался стрелять в медведя, потому что он был милый, хотя у него был вздернутый нос, но тем не менее, он меня, короче, просто съел за это. Я просто покажу, что происходит в RDR. Там нет никакого Дикого Запада. Никакого, есть просто как... пел тут Говард, West Virginia, Mountain Mama. Я разочаровался. Я правда хочу. Я хочу, очень сильно хочу переиздание первой RDR, которая, возможно, когда-то и выйдет, с учетом того, как сильно банят попытки сделать модификацию, которая сымитирует RDR 1 на ПК. Там судебные разбирательства, судебные расстрелы, судебные казни, просто все происходит на свете ради того, чтобы RDR 1 на ПК никогда не вышло. А это значит, что Rockstar хотят, действительно хотят, возможно, очень сильно этого жаждет. Очень сильно жаждет выпустить RDR 1 на ПК. Я жду, я правда жду этого момента, если они выпустят, я просто выкину RDR 2 на помойку и буду играть в первую часть, несмотря на то, как сильно ее хаяли, как сильно обвиняли ее в скукоте, в однообразии, в безобразии, в глупости сюжета, дурости концовки. Я знаю, что Джон Марстон просто вышел из сарая, его расстреляли. Это уморительно, конечно. Но я не считаю эту концовку плохой, я считаю ее просто смешной. Я надеюсь, на самом деле, что сам я, моя жизнь, она будет подвергнута такой же концовке. Выйду из сарая и буду расстрелян людьми, которым не понравился мой контент, которым не понравилось окончание радиолампы, которую я уже придумал. И которые я могу по неосторожности проспойлерить. Чувак сидит за огнем. Уходи. Уходи нафиг. Короче, очень аутичная штука. И стрим, интересно, вообще идет еще? Да, он идет. И при этом игра захватывается. Клево, да? Захват экрана. Может быть, мне поверх лучше сделать захват игры? Сейчас я его вытащу на самый-самый-самый-самый. Вот она, родимая. Захват игры, и поверх не должно быть ничего. Я надеюсь, контент прямо сейчас транслируется в 49 FPS, который выдает мне сама игра. Которая, кстати, очень плохо и оптимизирована, если кто-то собирается покупать ее на ПК. Я советую обратить внимание именно на это, потому что проблема есть, либо вы играете в мыле. Короче, смотрите, здесь очень мыльная графика. Если отключить мыло, будет много лесенок. Если включить сглаживание отлично от ТА, которое как раз таки и причиняет все мыло, которое происходит в этой игре, то FPS очень сильно упадет до 30 пунктов. На самом деле там MSAA очень много жрет, очень много производительности жрет, и при этом ничего не сглаживает. То есть у вас останутся те же самые лесенки, но упадет FPS. Прикинь, очень красивая девушка, и мне нравится ее мимика, она прямо очень живая. Знаете, как в L.A. Noire. Вообще в этой игре
собрано все, что было в прежних играх Rockstar. Мимика из LA Noire. Декали выстрелов и вообще перестрелки из Макс Пейна. Свободный открытый мир из GTA 5. Природа. Природа просто с нуля сделана. Просто это инновация, которая имеется внутри этой игры. Природа, может быть, она была и портирована из RDR 2, но я не могу этого сказать, потому что из RDR просто первая RDR импортирована была. Но я не могу этого сказать, не могу, потому что я не играл в первую часть. Она похожа на мою одноклассницу на самом деле. Я хотел бы поговорить с ней, может быть, разозлить, потому что я ее не очень любил, эту одноклассницу. Ее любили все, она вообще очень хотела, чтобы ее любили. Она постоянно носила свои юбчонки, свои глупые развратные девчонки, и красилась неимоверно, чтобы привлечь внимание мальчиков, и меня это дико бесило, и я ее игнорировал как только мог, и уже это бесило ее, именно из-за этого она начинала все больше и больше контактировать со мной. Знаете, во что все вылилось? В то, что она написала под моим подъездом зеленой краской, что она скучает по мне. Это кошмарно. Потому что я был, типа, знаете, не самым привлекательным мальчиком в классе. Я вообще был вот таким, скорее, морфиновым задротом. Ну, и чуваком, который любит больше проводить время за видеоиграми, чем гулять с девчонками. И ее бесило, что я был, ну, вроде как не самый уродливый, но при этом вел себя как уродец. Ее бесило, что я, будучи таким, совершенно не обращая на нее никакого внимания. И она плотно начала заниматься мной. Я сопротивлялся до последнего, но эта женщина, она была кошмарная, она была ужасной. И я очень рад, что в конечном итоге я одержал победу. Я одержал победу над ней. И мое сопротивление, оно было полностью оправдано. Я остался, наконец, титаном одиночества. Она не смогла пробить мои обороны. И она взялась за другого Омешку, моего хорошего друга, который носил аватарку МакКонахи в профиле ВКонтакте. И уже заарканил его полностью. Он совершенно не сопротивлялся, он только этого и ждал. Я с умилением смотрел на это, на то, как она съедает его. А сам я остался один, потому что МакКонахи был моим другом. Она увела моего друга в отместку за то, что я не уделял ей внимания. Представляете, какая кошмарная жизнь у меня прошла. И почему сейчас, имея возможность уничтожить женщину, которую я ненавижу, я не уничтожаю ее? Слушайте, это хороший вопрос. Хороший вопрос, как и моя трансляция, которая не отображается на мобильном телефоне. Извините, я был слишком близок к твоим ушам. И все это лишь из-за того, что происходят некоторые действия, некоторые штуки, которые длятся уже полтора часа, а как оказывается, всего-то полтора часа. Я-то думал, может быть, прошло уже 4 часа. Нет, дружище, еще не стукнуло даже полночи, еще не начался 21-й год, а ты все еще здесь, и ты все еще думаешь, что именно столько времени прошло, а? Подождите, я просто пытаюсь проверить, нормально ли работает трансляция. Три зрителя, какой-то милый, они смотрят на огонек в траве, которые оставили Rockstar Games. И, кстати, я понимаю прикол этой игры, я понимаю в том, что это Life Sim в первую очередь, его нужно самому понять очень. И это очень длительный процесс, который занимает кучу, уйму просто
драгоценного времени, как, например, ирландец, которого я смотрел в 3 захода. Ирландца я смотрел в 3 захода в первый час, потому что он идет 3 часа. Первый час я такой подумал, блин, ну это и хрень. Как обычно снимает Скорсезе, это что-то типа «Славных парней», просто нам покажут очередной прикол про мафию, расскажут, как они жили, чем они занимались, почему они такие плохие, почему в их жизни была какая-то романтика, и покажут немножко Джо Пеши и все такое. Нет, спасибо. Я не собирался это смотреть дальше, но следующим вечером, когда я пришел домой, мне просто было нечего делать, и я посмотрел 2-й час «Ирландца». После 2-го часа «Ирландца» я посчитал, что весь «Ирландец» это фильм про то, как Аль Пачино ест мороженое. И именно так я считал до следующего вечера, когда я посмотрел 3-й час «Ирландца», и когда я наконец понял, о чем этот фильм. И почему Мартин Скорсезе считал, что его следует смотреть именно на широком экране, именно в один заход, именно не деля на серии, как некоторые люди предлагали. Предлагали разделить на серии по 40 минут, и каждый давали свое название. Нет, так действительно нельзя было делать. Возможно, можно было разделить фильм на 3 части, как сделал я, но действительно, для большего эффекта следовало смотреть фильм от начала до конца сразу, чтобы понять его, чтобы понять, о чем он, чтобы понять, что он не о том, как Аль Пачино ест мороженое. Хотя отчасти именно для этого он был и снят, я должен признать. Я должен признать, что забыл, о чем этот фильм на самом деле, но его финал, он полностью мне раскрыл. Не раскрыл суть собственного существования, суть существования истории как науки. В общем, там была очень важная фраза. Я люблю, чтобы щель была открыта. Знаете, когда просто престарелый Де Ниро сидел, доживал свои последние дни в доме престарелых. Он сказал своей медсестре, своей ухажерке, я не знаю, как это правильно называется, своей латиноамериканской женщине, которая за деньги выхаживала. Нет, стоп, по-моему, это был священник. Неважно, он сказал, я люблю, чтобы оставалась небольшая щель. И при этом все это было сказано в контексте того, что вся история мафии, рассказанная в «Ирландце», она была как бы под секретом. Он не выдал своих друзей, он не выдал ребят, он не выдал Аль Пачино, который ел мороженое. Он не рассказал ничего из того, что было рассказано в фильме. Этим самым Мартин Скорсезе хотел сказать, что чрезвычайно важны те люди, которые помнят вещи, о которых забыла история, которые история сама стерла, которые история стерла для того, чтобы показаться, ну, знаете, быть более целомудренной. Например, история Америки просто стерла историю мафии для того, чтобы самой показаться безукоризненной. Как много было забыто, как много было утеряно, как много было умолчено. Вот об этом этот фильм, который показал огромное количество ячеек в штуке, как же она называется, где сжигают трупы, в крематории. Ну да, чувак выбирал, Де Ниро выбирал себе зеленый гроб и говорил, что я не хочу быть в крематории, я хочу, чтобы мое тело было отдано земле. Я на самом деле сам тоже придерживаюсь такой точки зрения, наверное, она не очень модная, и молодежь, зумеры в частности, думает, что очень круто, наверное, было бы, знаете, кремировать себя, кремировать, чтобы не было твоего трупа, который мешал бы
матушке Земле по какой-то причине существовать, это на самом деле не мешал бы. Я бы хотел, чтобы меня похоронили, возможно, даже без гроба. Меня бы похоронили в Земле, чтобы я принес какую-то пользу. Какую-то пользу природе, чтобы на моем месте выросло что-нибудь. Возможно, кустик рябины, а может быть, кленовое дерево или даже вот такая сосна, которая стоит вот слева и почему-то линяет. Возможно, она старая, возможно, она существовала еще со времен динозавров, крокодилов и дронтов. Во всяком случае, мне кажется, очень важно, очень важно, чтобы тебя самого похоронили именно в земле, чтобы ты, наконец, стал частью природы. Кремировать себя — это очень самонадеянно, самовлюбленно и неправильно, я считаю. Я думаю, что, возможно, люди, которые пытаются кремировать себя, кремировать своих родных, они думают только о самих себе. Я бы думал о природе. Она будет жить вместо нас. Если ты себя кремируешь, что будет жить вместо тебя? Если ты себя похоронишь, вместо тебя будет жить дерево. Дерево, которое будет давать кислород тем, кто будет жить после тебя. Если ты себя кремируешь, от тебя останется только пыль. Только пыль. Просто задумайся, во-первых. Во-вторых, сколько это стоит? Это проклятое кремирование. Нет. Просто закопайте человека в землю. И это будет правильно. Я настаиваю. Если у вас кто-то умирает, если кто-то находится на грани гибели, если вы вдруг хотите его кремировать и думаете, что это было бы хорошей идеей, я заклинаю вас, пожалуйста, откажитесь, пожалуйста, похороните этого человека, и пусть он станет частью природы. Куда делась музыка, спросите вы. А ее и не должно быть. Не должно быть никакой музыки. У нас тут серьезные темы. И музыки они не требуют. Я скажу честно, я обожаю игры, где от первого лица можно видеть свои собственные ноги. К сожалению, Dishonored — это не такая игра. Immersive Sim, в котором нельзя видеть свои ноги, это для меня нонсенс. Я никогда не понимал, короче, вот этого аспекта, но при этом, если не обращать внимания на свои ноги, вернее, на их отсутствие, то игра погрузительна настолько, насколько это вообще можно. Red Dead Redemption, ну, она не так сильно погружает. Вот это, кстати, моя лошадка. Это первая лошадь, которую я купил. Которую я купил, по-моему, за 15 баксов. Она ничего не стоит, но при этом она, я должен сказать, довольно резвая. И я на ней упал всего лишь раз на прошлой своей лошади, которая мне казалась офигительной и охренительной. И я падал постоянно, пытаясь забираться на какие-то горы, пытаясь использовать ее так, будто я играю в Skyrim. Почему я видел черный экран на UBS? Я сейчас вернусь.
Кто-то тут слушает. Кто-то тут слушает классическую музыку и смотрит на коня. Эксклюзивное, исключительное времяпрепровождение, не правда ли? Я избавлю вас от него. Не избавлю от него всех, кто имел несчастье подвергнуться именно этому. А играл сейчас именно Жденёк Костлер, словак филармоник оркестр. После него начинает играть очередная классика. У кого как дела? Ой, а что это за игра? Ты серьезно? А, Саша, ты давно задал этот вопрос? Потому что у меня на телефоне, например, этот комментарий отображался очень долго, очень захват игры. Приятно слышать, в хорошем настроении. Спасибо. Я понял шутку, Сиба. Кокола, что за игра? Это Red Dead Redemption 2. Я хочу, чтобы игра захватывалась первоначально, но почему-то она не первоначально захватывается. Короче, Red Dead Redemption 2 — это игра про ковбоев, где ты ходишь на лошади, гуляешь на ней и все такое. Пустой 04. Интересно, ты еще с нами, ты еще со мной? Мне просто хочется понять одну странную вещь, одну необычную, одну непонятную, одну, возможно, немного неприятную вещь. Почему среди моих зрителей одни девушки? Ведь если пустое, это Лежен Пургольд, если это правда она, ведь так и получается, кроме Марк Норта, никого особо и нет среди парней. Может быть, я хотел бы себе устроить тут гачи-мучи. Может быть, я хотел бы, чтобы у меня сосочки были в портупее и так далее. И были разные вещи, которые можно обсудить только с парнями. Но у меня нет ни женщины на стриме. Неужели я из тех парней? Неужели я? Я очень не хочу доставлять этим боль кому-либо, особенно своей жене. Я ни в чем не виноват, клянусь, как и моя жена. Мне плевать, дамочка, как ты в это влипла, дамочка, ты едешь со мной. Короче, кто-то похищает женщину, хочу. Я хочу видеть это. Здесь арестант, не приближайтесь к повозке. Давай-ка. Отвали, я повторяй, пришел на бой с твоей губой. Не понимаю, что происходит, почему мы вообще начали стреляться. Включаю орлиное зрение, но при этом погибаю, потому что это игра, в которую я не понимаю, как играть. Поэтому я умер. Мне нужно что-то проще. Как я и говорил,
Red Dead Redemption для меня прямо как кино Мартина Скорсезе, именно последний фильм, именно Ирландец, которого я не понимал с самого начала. С самого начала я не понимаю Red Dead Redemption, для кого и для чего она создана, как в нее играть и почему вообще, почему стоит. И я еще и тут, ну это замечательно, мне нравится, что те, кто приходит в начале, остаются в том числе и в конце, даже спустя 1 минуту и 48 часов, которые на самом деле следует интерпретировать ровно наоборот, 1 час и 48 минут. Кстати, если игра по какой-то причине тормозит, то если бы у меня сейчас был лук, я бы поохотился, но вот эта вот штука... я не поймал. Ее можно убить только с лука. И как следует содрать с нее шкуру, потому что здесь очень важно охотиться, потому что у тебя есть свое сообщество, которое нужно как-то чем-то кормить. Чего? Я нажимаю одну из кнопок мыши, одну из дополнительных кнопок мыши, которая отвечает, по-моему, за... я не знаю, за что, может быть, за скриншоты. Ой, я сейчас... Да, за скриншоты. Разве пол так важен? Почему? Я кстати, хотел бы верить, что пол не так важен, что мышление у всех одинаковое, что у женщин, что у мужчин, что... Это действительно не важно, но почему-то люди вот так вот воспринимают так все, что происходит, между мужчинами и женщинами, что если женщина интересуется мужчиной, то это обязательно имеет какой-то подтекст. Я лично так не считаю. Я хочу, чтобы все люди были просто людьми. Обыкновенными людьми, вне зависимости от их пола. Это было бы так прекрасно, это было бы так замечательно, если бы не было бы никаких предрассудков, если бы моя жена смотрела на тебя, Legend for Gold или Пустое 04, и не воспринимала тебя как женщину, и не злилась, не ругалась. Мир был бы лучше, если бы мы все были одинаковыми. Если бы мы были бы какими-нибудь инопланетянами, если бы мы просто были все как Артур Морган, который катается на лошади, просто были бы люди и были бы лошади. Что я несу, я не знаю. Простите, я, наверное, сказал лишнего. Я весь вечер говорю лишнее и при этом очень-очень мало смотрю в чат, потому что мой телефон не отображает чат. Давайте, наверное, я сделаю так. Я поставлю какой-нибудь donation goal. Donation goal, во-первых, мне нужен новый телефон, через который я мог бы смотреть на чат. Во-вторых, мне нужна видеокамера. Веб-камера, извините за стук. Веб-камера, которая показывала бы мои эмоции, которые я не могу передать голосом. Давайте я сейчас зайду в donation alerts и установлю эти штуки. Пока я это делаю, можно сделать музыку погромче. Вот такую вот. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my heart. Кстати, знаменитая песня, ее много раз перепевали разные люди. Однажды я перепою ее. Fly me to the moon. По-моему, на меня напал медведь. Я сейчас проверю. Господи, да! Нет. Вырваться!
Вот я слетал на луну. Господи, я обожаю эту игру. Я жалел, что потратил на нее 2000 рублей. Я не жалею больше ни секунды. Верните мне Flight to the Moon. Давайте я просто подключу много разных каверов этой песни. Вот здесь это песня из Евангелиона. Сейчас я включу другую. Другой кавер. Должны быть другое. Радио Сильвия, так. Аудиозаписи всего 10. Все стали вафлями одного калибра. Да, пустое, господи, ты проповедуешь вещи, которые я полностью разделяю. Сбор средств. Так. Здесь у меня еще был сбор средств на ПК 50 тысяч. Я убираю его или редактирую. И меняю, знаете, на что? Дорогие ребята и друзья, сколько стоит видеокамера? Мне кажется, в пределах 10 тысяч. 10 тысяч я поставлю начать сбор с нуля. Начать сбор... Почему с нуля? С 10 рублей. 10 рублей, которые мне пожертвовал какой-то чувак. Чувак... Я извиняюсь, что имя этого человека я забыл. Его никнейм. Так, ссылку для встраивания, пожалуйста, скопировать. Сейчас я ее вставлю. Stay, I need no other hope. All things
Hey, mister. I just want to be left alone, all right? Come on, mister. This here's my patch. I'm using it. Этот парень напоминает мне Захари Гардик. Захари. Он просто потому, что он рыжий. Ой, ну окей, но теперь он не хочет со мной говорить. Yeah, I've been waiting. All right, then. Okay, till then. Дружище, все наладится, твоя девушка наконец обратит на тебя внимание, ты прекратишь бросать камни, думать и мечтать о ней, ты просто наконец станешь человеком, который имеет свою взаимность. Захари, тебе не нужна никакая девушка. Никакая липа. Она сделает тебя героем. Ты станешь человеком, который носит зеленый костюм. Который несет забавные детские хидалские вещи. Который играет свою замечательную роль в 3x3, который является главным его персонажем. На мой взгляд, ты станешь героем. Захари, дружище, почему? Я не могу с тобой поговорить. Я так хотел бы наконец встретить его. Доброе утро, друг. Мой хороший. Он плачет. Он не может. Он пусечка, прям как Синдзи из Евангелиона. Именно таким я задумывал Захари Гарлика в той самой радиолампе, которая теперь является моим основным комиксом, который я обязательно продолжу. Который я захотел продолжить совсем недавно, который я никогда не бросал на самом деле, который я продолжу в декабре, возможно, продолжу неплохим роликом, неплохим видеороликом, который раскроет июль, в котором он существует в особом особняке с другими людьми, которые отличаются от тех, что населяют сам июль. Сам июль, ребят, совершенно поехавших, напоминающих друзей из Borderlands. Парней, которые не носят верхнюю одежду, парней, которые лишены здравого рассудка. Парней, которые просто убивают друг друга налево и направо. Парней, которые несут странные вещи, которые не научат нашего героя ничему важному, ничему такому, что пригодилось бы ему в реально 3x3. Которые не связаны с гекконами или ящерицами, которые просто деструктивно сказываются на любом человеке, который смотрит на это. Захарий просто должен быть человеком, который сделает июль одним из тех мест, в котором можно действительно жить. Посмотрите, какой красивый куст я нашел. Я нашел куст, в котором можно жить, из которого можно сделать город, в котором расцветет 3x3, в котором расцветет новый комикс. Почему я вообще решил связывать радиолампу и 3x3? Мне кажется, это неправильным. Может быть, это неправильно, потому что 3x3 был неудачным комиксом, хотя я так не считаю. Он был неудачным по той причине, что я постил его очень неправильно. Я просто постил все подряд и спамил буквально страницами, которые
составляли этот комикс. Кстати, знаете что? Сейчас стойка микрофона находится у меня на животе. На животе, да. Гуляет туда-сюда, и всем как бы плевать на это. В общем, я постил этот комикс неправильно, и я хочу удалить его на самом деле и начать постить заново. Постит при этом по 5 страниц просто за раз. Просто чтобы со временем он набирал читателей, потому что мне кажется, он хороший. Он хороший, он поднимает важные темы и звучит очень трогательно. На самом деле я однажды расплакался, когда читал это произведение на том моменте, когда возник цветок, который был в одной из комнат, в которой исследовал Флойд. Флойд, который пристрастился к электролимфе. Это было под куполом, единственным куполом, который уцелел во всем городе. Куполом, на котором Карма галит кармой, не сэкономил. Господи, как же я люблю разговаривать о своих комиксах. Это невозможно. Я просто могу вечно... Я могу вечно рассуждать о том, какой Галит Карма подлец и при этом герой. А какой он противоречивый... Какая противоречивая личность он сам и какая противоречивая личность Флойд. Флойд, который случайно нашел то, о чем я говорю. Я имею в виду цветочек на подоконнике. Цветочек на подоконнике, на фоне которого он видел Карму, беседующего с Гекконом, с Захари Гарликом. Почему никто не считает 3x3? Ребята, если кто-то не видел этот комикс, пожалуйста, прочитайте. Он очень важен для меня, он очень много говорит о том, кем я был, о том, кем я стал, о том, какое у меня видение окружающего мира. Он очень много говорит о природе замедления времени, о природе остановления времени, о природе, знаете, цикличности, во-первых, потому что я напомню, что Захари однажды упоминал, что смотря на ядерный взрыв, который на самом деле не был ядерным, он испытал дежавю. И я призываю всех подумать об этой фразе. Пока ставлю огромный тяжелый микрофон на место. И вы наверняка слышите грохот чугунной подставки, которая включена в него. Я уже говорил, по-моему, и Сиба это отмечала. Нет, не Сиба. Саша это отмечала. Саша отмечала, что этим микрофоном можно убить. И я отмечал, что им можно убить. Можно убить, я сожалею, что в Red Dead Redemption нет оружия вафля. Здесь есть только личное оружие, ковбойский револьвер. Хотя, если я позову лошадь... Где моя лошадка? Лошадка покажет мне много нового оружия. Вот она скачет ко мне прямо сейчас сквозь речку, и мне так приятно, что кто-то готов ради меня на такой подвиг проскакать через речку, не умея при этом плавать. Это очаровательно. Я просто покажу, какое у меня есть оружие. Во-первых, у меня есть обрез. Во-вторых, у меня есть лук. А динамит у меня уже был. У меня есть магазин и карабин, которым я могу пугать людей, но... Нет, я просто собираюсь походиться на зайчиков со своим лучком. Больше мне ничего не нужно. Вместо этого я нашел человека, который говорит странные вещи. Подожди. Что там было? Что произошло? Кто кричал? А, лошадка, отстань. Я слышу стрельбу. Я слышу где-то стрельбу и пытаюсь... По-испански, чертовы пумы. Пумы залетели мне на стрим и пытаются сорвать его с помощью рекламы. Твою налево, тут реально находятся пумы. Нет, у меня кончились патроны. Как их убивать? Я реально боюсь. Меня сейчас... А, твою...
твою налево. В GTA 5 пумы были такими же свирепыми. У меня не было никакого рецепта против того, как справиться с ними, против того, как устранить их. Я не знаю, я правда не знаю, что делать, но сейчас я вернусь к этим пумам, я думаю, с чекпоинтом. И хорошенько приложу их луком. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Кстати, эти камни выглядят прямо как те камни, которые были в игре, в которой можно было резать. Все на свете. Все на свете. Tiny and Big она называлась. Я ее так и не прошел. Я извиняюсь. Извиняюсь за это перед теми, кто думал. Кстати, моя лошадь зовут Дудка. Правда, милая? Я старался над именем. Моя лошадка Дудка. Лошадь груз, лошадь оружие. Я выбираю это. Ага, магазин и карабин. И лук. И иду помогать парню, который столкнулся с лупами. Который столкнулся с пумами. А где он? А где он вообще-то был? Вдруг он уже скончался? Вдруг его больше не спасти? Вдруг я ищу и того, чего не могу найти? Вдруг я ищу в этой игре того, чего не смогу найти? Удовлетворение, как в Скайриме. Знаете, Скайрим, который казался мне хорошей игрой. Казался мне игрой, в которой я проведу десятки тысяч часов. А в итоге я не смог найти для себя там ничего интересного, кроме, скажем, ну, природы и открытого мира. А я думаю, Red Dead Redemption 2 окажется именно такой игрой. Именно такой же игрой, которую все боготворят, все хвалят. И которая самому мне нравится своей природой и симуляцией жизни. Но в которой я не нахожу ничего интересного. В которой я не нахожу суперского сюжета. В которой я не нахожу мотивации к игре. В которой я просто не вижу смысла. Я по-прежнему хочу Red Dead Redemption 1. Это все, что меня интересует. Хотя, по большему счету, меня интересовать должно только продолжение радиолампы, которым я сейчас должен заниматься, которые я должен писать диалоги, ведь я уже, по-моему, месяц не публиковал ничего нового. Это ужасно. Я возомнил себя человеком, который может позволить себе такую роскошь, который может позволить себе не публиковать новые страницы. И просто говорить в новый микрофон свои кошмарные вещи. Кстати, я нашел странный лес, который вроде бы как поражен пожаром. Удивительно. Удивительно. Что я могу найти внутри? Я могу найти белочку. Могу найти белочку и скушать ее на обед. Она исчезла. Белка исчезла из моего поля зрения. Нет, все-таки кто-то еще рыскает по кустам. Рано или поздно я найду это существо. Знаете, в Assassin's Creed Odyssey, в которой я похожа очень по этой... по механике к этой игре. Охотиться было намного проще, может быть, перейти в нее. Одиссея и Red Dead Redemption — это именно то, что заставляет меня мечтать о новом Нью-Вегасе. Ковбой и римляне. Но пока что я останусь в Red Dead Redemption, просто потому что я начал в нее играть, и она вроде как доставляет мне удовольствие, поэтому почему бы нет, почему бы немного не поиграть в нее. Интересно, кто-нибудь еще воспринимает мою речь как что-нибудь вменяемое? Кто-нибудь слышит музыку, которая играет на фоне? Кто-нибудь воспринимает меня как метаквотуру? Или, может быть, я для кого-то больше щепотка? А может быть, антищепотка? Короче, я не могу даже охотиться на зайца. Я просто вне кондиции. Просто вне кондиции, поэтому я спрыгиваю со склона и падаю прямо со склона. Я спрыгиваю со сквитона и прыгаю прямо на лицо.
прямо на лицо самому себе выйти из игры. Я сейчас включу игру, в которой намного проще охотиться, и в которой геймплей намного... намного... мее. Я имею в виду Assassin's Creed Odyssey, о которой я уже говорил ранее на стриме, о которой я отзывался очень лестно, который я называл безупречной на самом деле. Сейчас я называю ее безупречной только сейчас. 22:50, я до сих пор болтаю какую-то чепуху. Кто-то, возможно, это слышит, и все стали вафлями одного калибра. Это последний комментарий, который я видел на своем канале. Ну и ладно, я просто поиграю в одну из своих любимых игр. Ох ты, у меня оказывается есть цель на стриме, и она называется... Сейчас я скажу как. Она называется веб-камера. Человек пытается накопить на веб-камеру. Удивительно. Он не сможет. Я говорю это прямо сейчас. И прямо сейчас я вернусь. Я вернулся, чтобы рассеять все мифы и все предрассудки по поводу Assassin's Creed, который на самом деле перестал быть тем, чем он был раньше. Глупой стал с игрой про пафосных мужиков в капюшонах. Теперь это симулятор истории, теперь это симулятор как Древнего Египта, так и Древнего Египта. Представьте, здесь можно увидеть Платона, здесь можно посетить самого Платона, познакомиться с ним, поговорить с ним на разные темы. Это очаровательно и весело. И, господи, как думаете, ребята, дорогие мои? Если меня тут заметят, будет плохо. Дорогие мои сексуальные ребята, как думаете, что мне скажет Платон? Как охарактеризует он мой образ жизни? Я не знаю, я выключил Red Dead Redemption и включил Одиссею. И мне так хорошо стало. Настолько удивительно оно лучше, чем все на свете. Я будто бы готов сейчас прямо отключить стрим и поиграть в одиночестве в эту удивительную игру. Которую кто-то до сих пор считает Assassin's Creed. Видите, на мне даже нет капюшона. Вокруг меня есть просто Греция. Эта игра больше косит на самом деле на Assassin's Creed. Нет, на Ведьмака, чем на что-либо еще. На огромного Ведьмака, сравнение с которым не терпит сам Ведьмак. Пойду поищу саван Фенелопа. Кстати, я говорил, что никаких капюшонов не будет, но на самом деле я прямо сейчас бегу за одним из них. Кошмарно. Знаете, что еще кошмарно? То, что микрофон перекрывает мне вид на монитор.
дому Одиссея на крохотной лодке. Лучше мне не гневать Посейдона. Кассандра сама комментирует происходящее за меня. Большое спасибо ей за это и за тот вырез, который можно видеть прямо сейчас на ее наряде. Чё ты до хрена? Я не уверен, что я справлюсь с кем-либо. Поэтому я, наверное, останусь в этой палатке. В этой лопатке. В этой палатке, лопатки, палатки, лопатки, палатки, лопатки, палатки, лопатки, палатки, лопатки. Я сделаю все грубым способом. Я уже настелился за сегодня. Пора испробовать боевую систему этой игры. Господи, что я делаю? Это Одиссея, господи! А, это же та девчонка, которую можно романсить. Которую нужно романсить, которую необходимо романсить, пока ты проходишь эту игру. Нет никого более привлекательнее, чем она сама. Откуда классика? Откуда классика в моем плейлисте, я не понимаю. Как похиляться? Ладно, я просто убегу. Я это заслужил своей тактикой, которая отсутствовала полностью. Я прям хочу освободить эту Одиссею. Это необходимо для сюжета, мне кажется. Последнее сохранение.
Сейчас я всех поостал, свою уничтожу. Просто дайте мне один шанс, и я все сделаю. Как мне сплавить этот корабль? Я, кажется, вне кондиции, чтобы спасать Одиссея. Возможно, я сделаю это в последующий раз. Пустое 04, я понимаю тебя. Оно всегда так и происходит. Всегда. Особенно, когда ты ведешь стримы. Просто попробуй провести один стрим, и все забудется. Все, что хотел сказать. И в итоге на 2 часа тебя только хватит. На 2 часа 26 минут и 26 секунд. И больше ничего ты не сможешь сделать, как и я. Я, мне кажется, пришел к своему ремиту. Сейчас я сделаю музыку потише. И свой голос погромче. И скажу, что, возможно, Одиссею спасу я в следующий раз. Возможно, завтра, возможно, послезавтра, возможно, когда-нибудь, когда для этого придет время. Для меня это очень важно. Потому что роман главный персонаж Одиссея — это ключевое событие во всей игре. Я должен продемонстрировать это вам. Необходимо будет сделать это. А еще, возможно, я завтра займусь радиолампой. Очень возможно, что я наконец напишу. В смысле, она уже написана. Следующая страница на самом деле уже написана. Ее осталось только нарисовать. Возможно, я просто нарисую следующую страницу, опубликую ее. И, наконец, с конца января месяца будет что-то опубликовано. Это было бы здорово. Но пока... Кстати, там статуя Зевса. На горе стоит статуя, у статуи нет глаз. Но пока... Пока я должен сказать, несмотря на то, что пустое 04... Несмотря на то, что пустое 04 еще было что-то, что она хотела мне сказать, остался какой-то тезис. Остался какой-то невысказанный тезис. Его можно написать мне в личные сообщения. В общем, к этому моменту я считаю, что все, что должно было быть сказано, уже было сказано. Тем самым я прощаюсь. Тем самым я объявляю Новый год приведенным в действие. 2 января заканчивается для меня именно этим аккордом.